Вот так предохранитель припаял. Термо садил. И теперь вот так его припаяю. И сверху еще одну термоусадку. Кстати, это одноамперный. И казалось бы, блок питания малюсенький, на 12 ватт всего. Выход 6 вольт, 2 ампера. И поставил негистор. Вот он, зелененький. Но все равно 0,25 ампера предохранитель при включении сгорает. Негистор 5 Ом. Так что 1-амперный только выдерживает. Либо негистор надо ставить на больше Ом, Ом на 20. Всем пока.